Во Владивостоке продолжается первая смена летней оздоровительной кампании для учеников начальных классов на базе 67 школ. Для детей ежедневно проводят тематические беседы и мастер-классы, спортивные активности и культурные мероприятия. С 3 июня у нас началась первая смена нашего замечательного лагеря. Она продлится до 21 июня. В течение смены дети будут находиться в лагере с 8:30 до 17:30. В этом году у нас организован дежурный отряд, и до самого последнего ребенка преподаватель находится здесь. Пока родители работают, дети должны быть под присмотром. Так, в школе номер 32 организовали 5 отрядов по разным направлениям – шахматам, игре на гитаре, программированию, спорту и творчеству. Кроме того, проводятся профилактические беседы о правилах безопасности. В пришкольные лагеря регулярно выезжаем с профилактическими беседами, напоминаем детям о правилах безопасного поведения, приводим им примеры, к сожалению, которые происходят с детьми у нас на железной дороге, для того, чтобы ребята оценивали опасность нахождения, игр, прогулок, развлечений, фотосессий, которые они устраивают на объектах повышенной опасности на железной дороге, чтобы они понимали, что этого делать ни в коем случае нельзя, что все это может закончиться у нас бедой. Вторая смена под названием «Контур культуры» для подростков от 13 лет пройдет с 24 июня по 7 июля. Дети будут заниматься в творческих лабораториях по исследованию города, а также поучаствуют в большом фестивале. Планируется, что пришкольный лагерь примет 150 ребят со всего города. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.